На базе учебного центра Матабулак Жамбылской области подвели итоги тактика специальных учений «Каратау-2015». За ходом подготовки лично следил министр обороны Имангалит Исмагамбетов. В учениях, которые длились неделю, приняли участие соединения региональных командований и аэромобильных войск вооруженных сил страны, а это более 1300 человек личного состава, 220 единиц бронетанковой и автомобильной техники и 9 единиц авиации. На полигоне отрабатывалась подготовка и проведение спецопераций. В частности, тактика воздушного прикрытия войсковых колонн, методика десантирования из вертолетов военных грузов, продовольствия, боеприпасов и вооружения. Особое внимание военные уделили ведению разведывательно-поисковых действий спецподразделений в горной местности.